Прекрасная новость для поклонников Акына Аканазю. Известный актер возвращается на экраны в новом сериале о любви, и нам уже известно, кто сыграет главную женскую роль. Несколько месяцев назад Акын Аканазю подписал контракт с компанией Ultra Media, владельцем которой является Самер Аяр. По сообщению Версен Алтунташ, актер сыграет главную роль в новом сериале компании «Семейный альбом», где он сыграет персонажа по имени Кылыч. Режиссером проекта стала Зинев Гюнай, известная по сериалам «Так проходит бесценное время», «Невеста из Стамбула», «Клуб». Пока неизвестно, на каком канале будет показан новый проект. Журналистка сообщает, что Аслыхан Малбара, завершившая съемки в сериале Netflix «Кыбра», где она была партнершей Чатая Улсоя, достигла принципиального соглашения с продюсерами на участие в проекте, который расскажет сильную историю любви. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.